В Расторгуевской части города Видное полным ходом идет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Неделю назад в здании территориального отдела, расположенного по адресу Петровский проезд, дом 24, заработал пункт приема. В сегодняшних условиях, когда вся страна стремится помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне боевых действий, жителям, спасибо огромное нашим предпринимателям, жителям, которые от души несут товары первой необходимости. Это и спальные мешки, и консервы, и продукты. Сотрудники территориального отдела отмечают активность местных жителей. Люди приходят с желанием помочь, интересуются, что наиболее необходимо. Мы здесь все аккумулируем, распаковываем по видам товаров и отправляем уже дальше для отправки в зону боевых действий. Первая партия с необходимыми вещами, продуктами питания и медикаментами для военных собрана и уже отправлена для дальнейшего распределения. Еще один пункт приема в территориальном отделе находится в Лопатинской школе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.